Доброго времени суток, дамы и господа, с вами на связи семья Ионеси. Как напоминаю, мы путешествуем вдоль Канады, от востока до запада. Сейчас мы находимся в провинции Манитоба и посещаем второй город или комьюнити, который участвует в северном и сельском иммиграционном пилоте. До этого я показывал село Пламкули, а сейчас мы заезжаем во втором городе, который участвует в этой программе и который называется Брэндон. Он находится в Манитобе. Вот вы можете наблюдать, как осуществляется заезд в этот город. Просто ровная поверхность, ограничение скорости 100.
Друзья, на этом заканчиваю свое вещание из Брэндона и, в принципе, из Манитобы. Мы опять уезжаем в закат, дальше, все дальше от Атлантического океана и все ближе к Тихому океану. Едем в сторону Саскачевана. До новых встреч в эфире. Пока-пока.